Привет, привет. Так, ну что, этот влог не про алкоголь и не про рестораны, про дачу. Главное. Ну, ушла. Ой, какие красивые цветочки. Красивые. Посмотрите, лебедь. Экскурсия. Из колеса, из шины. Ты пчела, я пчела, вот. Так, ягодка. Я вчера отбирала ее. Ну что-то есть тут еще? Зеленая. Почему зеленая? Черная-то, я вчера не зеленая. Это кто такая вот эта? Это кто? Или это цветы просто? Цветы. А там лучше будут цветочки, бутончики. Они не цели, что ли, еще? Отцвели. Там бутоны. Или это плоды какие-то? Мы вчера же приезжали, собирали ягоду. Все собрали, что ли? О, этого не было. Что это прям? Достроили. Так, ладно. Идем дальше. Привет. Ну что, на дачу у родителей. Что здесь за дерево? Оно же какое-то должно быть с плодами. Слива, что ли? Че, Вик, ешь? Жимаюсь. Это ерга. Жимаюсь. Где? Покажи. А что это? Это. Ну кто? Ну какая Эль жимолость или ерга синенькая? Он как Цезарь с курицей, я знаю, как выглядит. О, такая вкусненькая, кисленькая, перековатая, кисленькая, так непонятно вкус. О, малина. Так, ну что, здесь малина. Малина, сладко на губах. Малина. Сколько ее здесь? Они вчера их собирали. А что попахивает говнецом? Все в навозике, в удобрении. А где оно? Кто где оно? Говно? Я не могу здесь стоять, здесь пахнет. Что? С полка. Горох. Тут что? Ну-ка, давайте посмотрим. Мама, это что здесь? Огурцы? Ну да. Вчера снимали. А здесь только огурцы? А помидорки где? Где? Какие? Где помидоры-то? А. Малины сколько? Что-то я все подряд закидываю в рот, как этот. О, какие красивые. Что, красных еще не было? Вчера сняла. Все вчера сняла. Дома лежат. Угу. Ну так много их. Много их так-то. Что тут? Ой, какие красивые. Угу, такие прям... Мясистые. Там, где? О, тут вообще слоны. А что, они должны покраснеть? Или вы их снимите, чтобы они краснели дома? Или они еще не созрели? Нет, буду снимать, приеду завтра. Будешь их снимать, и они будут дома дозревать? Нет. На ветке не дозреют? Вчера что созрели, то есть сняла. Пусть еще греют. Конечно, что, к спеху что ли? Пусть зреют. Это что, это джакузи? Красиво, ага. Да-да-да, красиво. Так. Я вот что думаю-то. О, щавель, да? Это
листики малинки пособирать, думаю, для чая. Но мне кажется, это провальная будет история. Надо было это сделать в первый день. Глубокий. 15 метров. Ого. А там что? Вот это перчик? Так. А, вот вижу, он красивый. Он классно. Он только белый? Где? Красный. Где? А-а-а, нифига себе, мутанты. Огромные какие. Класс. Бабочки. Ой, как хорошо на даче. А, ты вот это, да, мотыгу я тебе купил? Угу. Маленькая хорошая, ручка, да? Мне хорошая, мне нравится. Маме заказывал из Москвы Валберис. Говорит, не могу найти. Я говорю, сейчас найду. Нашел на Валберис, им прислали. Красноярск. Угу. Кабачки я люблю. Красавчики. А что, Виктория уже все? Конечно. А, вот здесь, да, она была? Да. И чеснок вчера убирали. О, арбузы. Сейчас я переверну. О, какие. Что-то три их. Почему? Там еще да есть. Вы их пробовали? Или еще рано? Еще рано. А вон еще. Да они здесь есть. Я насчитала 20 чем-то. Да? А это что за арбуз? Это не из Амстердама? Который ты привозил. Из Амстердама? Маме семена привозил из Амстердама. Думал, ничего не это. Мне кажется, зря я сюда наступаю. Сейчас, я аккуратно. Это. Думал, ничего не получится, не. Смотрите, плодоносят. Нормалек. Они там все, да. Вот какие. А ты сено, что ли, подложила специально? Да, чтобы они не упали, как в том году падали. Да, да, да. Красиво. Это свекла, да? Так заросла вообще. Да. Капец, это раньше там тоже был участок. Сейчас просто лес. Раньше реально там было все. Все это было участки. Вот здесь тоже были участки. Когда мы мелкие тусили здесь. Все в березах. Березы растут, как сорняки. Реально, так быстро растут. Что, какое-то дерево, да, какое-то? А что было здесь? А что, не надоело? Никто не ест, зачем? А что, намешало вам? Папа сейчас корни вырубит там. У вас даже кукуруза, я смотрю, есть. Сейчас дойдем, покажу. До кукурузки доберусь. Что, там уже есть початки? Да. А что с ним? Ну, надо, чтобы он ел, убирать скоро. Что, положить его надо? Ну, чтобы он сам начался. О, какие красавцы. Что вы делаете с ним потом? Просто варите и... Прикольно. А хрен до сих пор у вас растет? Или вы его выкачали весь? Выкорчевали? За забором. За забором? Туда ушел? Я просто помню, вы с ним боролись. Хрен один раз посадили, он потом по всему огороду начал расти. Укропчик тоже, как сорняк. Везде этот укроп. Ой, как, слушай, как хорошо, что это все нахер съехали с соседних этих дач. Вы прям как в лесу. А в этом лесу грибы растут. В этом? Здесь. Ну-ка, сейчас я пойду схожу. А сейчас растут? Или сейчас не сезон? Грибы, почему они там есть? Реально? Соседка галки я собираю. Пойдемте посмотрим. Тёма, пойдем грибы посмотрим. Где? А вот серьезно? Как она их ест? Коровяки или... Эти, шампиньоны, что ли? Да ну, шампиньоны. Ну, вон эта соседка постоянно их ест. А я вчера пошел, думал, посмотрю белый гриб. А бог ты, ну, такая серьезно? Поляна.
Вот они. А что вы их не срываете? Ну, бабушка не хочет. Он говорит, это-то ест. Мамина подруга здесь живет. А? Я говорю, мамина подруга здесь живет. Сейчас, переверну. О, пап, вот. Ого! На поляна. Подожди, они съедобные? Реально. Серьезно? Ну, они уже это, их уже давно надо срезать. Их давно надо срезать. Вон, молодые. Класс. Ага. Вообще. Че, вы бы отрезали бы, да поели? Ну, бабушка не хочет. Че, какая разница, гриб и гриб. Вообще класс. Сколько? Добра. Так, блядь. На очки села. Какая-то, блин, муха цеца. Фу, блядь. Че, идем? Ага, они прям такие наглые, они прям... А-а-а. Скользнулся. Очень классно, что все заросло реально вот этими кустами. Раньше это были прям вот поделенные строго участки. И прям не было вот этих деревьев никаких. У всех были участки, потом начали всех забрасывать, в общем, со временем. И вот мои родители только остались здесь. Вот это мамина соседка, тетя Галя. Там дальше, и там даже коров. Вот за нашим садом, короче, там коров даже размножают. Вот. О, черемуха. Черемуха реально, кстати, я 100 лет ее не ел. Ну-ка, давайте попробуем. Подождите, давайте что-нибудь возьмем. Блять, без паутины только. Ну, подождите. Какая-то она эта, да? Чахлая. Как в детстве. Ты тоже был раньше участок, естественно. Папа здесь сделал аллею с качелью. Пойдемте туда. Пойдемте в тот лесок сходим. Капец, просто лес стал. Я в таком шоке. Он с каждым годом все больше и больше. Тоже малина растет. О, вижу грибы. Вон там гриб. Пойдемте. А, блядь, гриб, камень. Грибник еще и тот. Женя, блядь. Аккуратней. Блин, тут тоже на машине приехал. Да, здесь воздух, конечно, вообще чистейший. Просто чистейший. Ну а кто еще может взять твой телефон? Не выронил где-нибудь или положит, забудет. Да блять. Где вот этот блогер? А где Тёма? Мама, а что ты их не собираешь? Ну? А что, они невкусные? Галки собирали бы, там есть такие молоденькие, мне кажется, хорошенькие. Что, пожарили бы с картофаном? Я в том году эти людочки гали собрала бедерняна по 5. Я здесь собираю эти белые грибы. Здесь есть он? Я грибник.
Пойдем к коровам сходим. А что ты с собакой ходишь? Скажи, я что приехал в домик, и все, зачем меня брали? Не жарко ей? Нет, мне не жарко. Коровам, я боюсь коров. Пошли к коровам, не бойся, я с тобой. Накинуть на меня. Ой, естественно. Хоть кто-то на тебя накинется, Вик. Как смешно было. А где Тёма? У коров? Да, все, на него тоже накинулся. Ну здесь же надо. Ты за мной иди, не будь паутиной. Иди за мной. Иди, Женя, пойдем. Женя, легкого пути попроще. Пошли, да? Пошли, пошли. За мной иди, я паутины. А ты сказал, что здесь надо идти. Ну вон они, корова, потому что идем. Я же вижу корову. Столько грибов, да, Вик? Ну, только что была лекция от родителей по поводу этих грибов. И чё? Разберёмся. А? И чё? Всё ради вас, мои дорогие подписчики. Смотрите, корова ломает дерево. Прикольно. А Тёма-то где? Тёма! Он еще. Че такое, малыш? Че ты на нас смотришь? А он на этой, на цепи. Че она бздит тогда? Там еще свиньи есть. Ты давай это. Я отвернулся, за моей спиной не это. Смотрите, сыроежки. Реально такой лесок создался здесь. Грибной. Можно и в лес не ходить. Еще говорит, кто нам сказал, грузди, да, здесь? А, белый гриб. Ну, давайте посмотрим, может быть, найдем. Не знаю, я люблю грибы. Прям вообще мне по кайфу, Ваня. Вообще красавцы. Ну, эти уже убитые. Ну, вот и вообще. Смотрите. Идеально просто. Я хочу посмотреть, белый гриб найду, нет? Коровки, вы так пахнете, как свиньи? Не очень. Не очень вы пахнете. Хочу я вам сказать. А, там свиньи, что я, блядь? Там же свиньи. Я и думаю, что они так пахнут. Комар, сука, укусил. Давайте, блядь. Пипец, посмотрите, в каждом углу. О! Девчонки, мальчишки, смотрите, что я нашел. Вик твоя. Какая вкусная. Белая. Незазрелая. Но вы знаете, тоже вкусная. Да. Привет. Кто-то едет. Кто-то едет, я не знаю кто. Кто-нибудь соседи. Что-то ты подряд, да, накидался? Всех ягод. Так, подождите. Ого. Просто они огромные. Так на грузди, да, похоже? Может, это грусть? Реально, собирай. Пойди туда. Да. Малыш. Там были свиньи. Но в том году точно были. Ну, судя по воне. Блять, сука, овод. Да ну нахуй. Пошел я отсюда, блять. Что мне не хватало, чтобы мне овод, ебаный. Блять, овод на меня сел прям. У меня уже были с ними встречи, блять, в детстве. С оводами. С теми, как они там, слепени. Я понимаю, что это одно и то же, но, блядь.
Это как ее? Облепиха. Чуть-чуть есть. Прям маленький-маленький. Она уже это отыграла свое. Че, блогер? Ты ходил к синим? Ходил к синим? Да, ходил. Где? Нету их. Нету? Их нету где? Они в будке в этой? Скорее всего, я не одну там не увидел. Лёля, ну тебе обод. Обод, блядь.